Химках продолжаются работы в рамках месяца чистоты и порядка. После зимы в надлежащий вид приводят не только объекты социальной инфраструктуры, но и придомовые территории. Здесь свой досуг проводят многие жители, в том числе и дети. Задача на первом этапе – убрать мусор, помыть детские площадки, подготовить газоны. Во дворах домов по улице Бабакина в Новых Химках уже ведется активная работа. Запланированы работы по граблению газонов. В нем принимает 5 человек. Также у них грабли, пакеты, все это складывается и увозится сразу же. Также задействован трактор МТЗ-82 с бочкой. Он промывает проезды, дворы. Там, где он не может проехать, задействуется мини-погрузчик с керхером. Бригады очищают бордюры, игровые элементы, парковочные места. Убирают так называемый цветной мусор. Ход работ на постоянном контроле у главы округа и муниципальных депутатов. Апрель традиционно у нас месяц чистоты и порядка, когда мы наводим порядок не только у себя в домах и готовимся к большому празднику православному, но и приводим в порядок дворы, город. Призываю всех граждан не оставаться в стороне и тоже присоединиться и помочь нашим городским службам, потому что мы все живем в этом городе, все хотим жить в чистоте. Для каждого дома и двора в Химках подготовлен подробный график и перечень работ. Сделать город чистым могут и сами жители. Нужно просто не мусорить, а любить то место, в котором живешь. Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.